Не совсем обычные гости побывали на уходящей неделе на учебно-тренировочной базе «Тамиф Калтай». В гости к футболистам приехали юные инспектора дорожного движения. Они привезли и зачитали перед всей командой Всемирную детскую декларацию по безопасности дорожного движения. Появление этой декларации связано с большим количеством детского травматизма и смертности на дорогах. И уже третий год, в начале мая, во всем мире проводится эта акция. Неделя безопасности движения под девизом «Спасите детские жизни», организованная ООН. Главная тема – это профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. В рамках этой недели дети обращаются к руководителям, представителям органов власти, к лидерам, к авторитетным коллективам. В данном случае мы решили обратиться к футбольному клубу «Томь». Сегодня в футбольный клуб «Томь» приехал городской штаб юных инспекторов движения. Дети эту декларацию зачитают и обратятся с просьбой к футболистам, чтобы они также приняли участие в этой акции и подписали детскую декларацию. Футбольный клуб «Томь» участвует во всех социальных акциях, которые могут принести реальную пользу. А данная акция направлена на обращение внимания общественности на проблему дорожно-транспортных происшествий с участием детей. И футболисты не могли обойти стороной и приняли участие в этой акции. Декларация была разработана с участием детей со всего мира. В ней высказываются страхи и опасения детей, касающиеся их участия в дорожном движении, и они призывают взрослых сделать дороги безопасными для детей, сделать безопасными транспортные средства, перевозящие детей, строже обходиться с водителями, садящимися за руль нетрезвыми. Мы хотим, чтобы везде были безопасные пешеходные и велосипедные дорожки. Мы хотим иметь безопасные пешеходные переходы, чтобы ходить в школу без страха. Мы призываем, чтобы все транспортные средства, привозящие детей везде в мире, были безопасными. Поддержите декларацию, подписав ее. Спасибо, дорогой. Спасибо. Ребята попросили футболистов и тренеров «Томии», как хорошо известных в Томске людей, спортсменов, поддержать эту декларацию, и футболисты тепло поддержали юных инспекторов движения и дружно подписали эту декларацию.